Проблемы в населенных пунктах жителей волнуют разные. В одних требуется ремонт систем водоснабжения или освещения, в других – реконструкция социальных объектов или благоустройство территории. Вопросы местного значения регулярно поднимались и жителями Илькинеевского поселения Куиргазинского района. Основным препятствием для их осуществления была нехватка финансовых средств. Именно в таких случаях может помочь республиканская программа поддержки местных инициатив. Для участия в ней илькинеевцы обратились со своим предложением. На общем собрании было принято окончательное решение. Об условиях программы подробное разъяснение дали консультант из Уфы Азнабай Бадамшин, а также представители администрации района. Объединившись со старостами нашей деревни, были решены основные поставленные вопросы, которые можно решить на местном уровне. После этого провели анкетирование, и вот народ выбрал одну из основных проблем – это дороги наши, ремонт дорог. Проблемы дорог есть и в других селах этой территории, к примеру, в селе Новомусино. Но в первую очередь здесь необходимо отремонтировать инженерные сети, которые до оформления в собственность сельского поселения не попадают в эту программу. Мы сейчас дороги не можем ремонтировать, так как будет, значит, ямочная работа именно в замене водопровода в селе Новомусино. Поэтому данный проект оставили на следующий год, думаем, на следующем году его решать. И в других деревнях тоже запланированы такие же работы, которые как бы не совпадают с этим условием, этим программой. Предложения жителей других сел также не останутся без внимания, отметил глава сельского поселения Тимур Идрисов. Некоторые из них пока требуют документального оформления. Проект предусматривает совместное финансирование со стороны республиканского и местного бюджетов, бизнеса, а также самих жителей. Но для получения поддержки проект должен пройти конкурсный отбор.